Значит, не стоит, если она тебе не нравится. Как я могу тебе посоветовать, стоит, не стоит? Это же, ну, опять же, если сам, ты сам написал, что она тебе не нравится. Зачем тебе тогда переходить в нее играть? В смысле, сингл стоит? Что за лол? Шо, дядя, ты кто? Нет! Лакерсан. Так, нет, это мы... Да блин, не то, это мы оставим еще. Да что? Ну ша, дайте мне прицелы. Как их убивать? Того еле живого оставил. Этому три шота дал. Как он три шота со скетски выдержал? Какой-то голый чел. И просто на УЗИК забежал. Ну ё-моё. Я не подписывался на такое. Это мои фраги. Меня обирают. Тут я не могу стрелять, потому что у меня пушка клипнулась опять наверх. Я же не могу вот так выглянуть и пострелять в этой игре. Не могу. Говна кусок, ладно. О, внутрь. Здорово, Димыч. Как оно? Я знаю старую игру, которую надо обязательно пройти, перепройти. И это старый добрый пастел. Здорово, Ван Бо. Треш, здорово. Угар. Садами и ненапряжный геймплей. А мне кажется, постел сейчас тупо забанят YouTube. Ну типа сразу 18+, там влепит все вот эти дела на постел. Мне кажется, вообще, ну типа, не получится его пройти на YouTube. Сейчас же тут сразу за это наказывают. Такие дела. Там же вообще садомия, разврат просто и все. Кровище, трешак полный происходит. Стопудово сразу трансляция 18+, а то и в банку они улетит. Посмотри на меня, Руслан! Руслан, спасибо тебе огромное за подписочку. Очень приятно. Спасибо, Рус. Думай обо мне, делай как я. Эй, смотри на меня, делай как я. За подписку, лайк и кружку доброго пенного. Удачного стрима и много топов. Привет, Денис, привет. Спасибо большое. Спасибо тебе тоже. Хорошего отдыха. Всего хорошего. Так, ну я не слышал, что Карик где-то стрелял или М24. Тут, походу, никто не нашел. Никто не нашел данные. Опа. Пам-пам, пара-пам, пара-пара, парам-пам. Да слышу я тебя, слышу, но ты же себя сам задымил, что я должен сделать? Как мне тебя убить? Блин, бинтов, на самом деле, миллиард уже насобирал. Мне столько не надо. Тости!
Ненавижу этих чертовых либералов. Спасибо, Ван Босс, спасибо тебе за поддержку, бро. Не, Postal, говорю, Postal прикольная игруха, но, блин, в 2019-м на Ютубе ее не дадут пройти нормально. Но мне PUBG тоже не нравился, но теперь это моя любимая игра. Не будет спасибо, ли Сань. Так же с Apex, что я просто упущу хорошую игру, а потом буду жалеть и уже будет поздно переходить. Братан, а что тебе мешает в нее поиграть? Она бесплатная. Скачай и поиграй. Вот тебе мой совет. Банально скачай и поиграй. Все. И ты поймешь, надо тебе в нее играть, не надо. Все легко и просто, она же бесплатная. Изи просто. Че, делаем последнюю отметку на берил этот долбанный. Отметку, как танкисты, блин, заговорил. Джофф там постоянно отметки какие-то выполняет. Миссию эту долбанную. Постал Куплинов проходил вроде, но все нормы, толк ее проходить. Знаю. Он ее проходил как дела? Два года до назад. Набрался или три. Сил? Лайкосик за онлайн. Йонду! Йонду, братишка, привет. Оп! Ждет папочку. Сил набрался, сил набрался. Полон сил, как никогда. Как никогда полон сил, бро. Спасибо, Йонду. Никто, говорю, не стреляет с карикой с М24. Да потому что это детка-крошка в ангаре меня ждет. Папочку. Ты шо, гусь или кто? На вышку он приехал, блин. Окей, окей, бро. Сейчас мы с тобой побазарим. Откуда у вас на Европе-то столько взялось уже стрим-снайперов тупых? Вот он сейчас вроде без обиды, но почему до этого он в меня выстрелил, я не понимаю. Стрим-снайперы, вы запарились. Дайте поиграть спокойно, я не люблю вас. Это опять инсайдер. Ладно, привез, так привез, чё. Но грозу я опять брать не буду, потому что я хочу берил покачать, повыполнять. Инсайдер, походу, не признал, что ли? Пострелял по мне. Жук. Так, а он на чем-то ведь приехал? О, тачка-то есть же где-то здесь его. Нужно забирать его тачку и просто ехать куда-нибудь, искать врагов дальше. Да, Дося. Дося, под цвет банана. Я что-то не догоняю. Если ты стример, значит тебя стрелять нельзя. Чувак, если не догоняешь, лучше не парься. Все равно не догонишь. Ой, что-то я в красную зону заехал. Привет, Булс. Ты куришь? Пьешь или за здоровый образ жизни? За задротский образ жизни. Привет, Руслан. Я не курю, пью. Можно сказать, выпиваю очень редко. Очень редко.
но и не за ЗОЖ, типа не занимаясь ничем. Такие дела. Такие дела, братан. В ангаре могут быть челики? Могут. Ну, за ЗОЖ. Ага. Оу. Е-бой! Спасибо тебе. Шприцов миллиард, надо их выкинуть нахрен. Место занимает только. По мне еще кто-то стрелял. Да блин. Не мансит, гад. Так, в молочку кто-то приехал еще. Эй, ребята. Есть что, нет? Не, дайте я похилюсь, я не буду рисковать, а то он меня ваншотнет. Надо, чтобы похилило меня. Тем более, чел, возможно, там не полный лох. Раз пришел целенаправленно меня убивать. Куда его напрягали? С молочки? Это вообще, походу, в молочку другой чел приехал. Или его с горы? По идее, его с молочки не видно. С горы, наверное, его напрягали. Блин, долбаные кроны. Вообще не видно его там. В этих кронах. Чел, видеть бы тебя еще. Он в своей траве, блин, засел. Тебя ни хрена даже не вижу, увидеть не могу даже. Жучара какой-то, блин. Хрена он запушил. Или это не это, или это другой? Каков шанс, что это другой чел? Мне кажется, это все-таки другой был челобас, на самом деле.
Опять же, там вообще жесть, ничего не видно просто. В этих кронах, может быть, это он там фланганул широко налево. Не понял. Не за камнем, что ли? Что-то вот сейчас не понял, откуда прилетело. Ролями поменялись, да, немного с челом? Вот Вазян в молочке. Ну, наверное, это тот чел, которого я убивал все-таки. Вряд ли это другой какой-то. Вряд ли тут сидит сейчас челик. АФК где-то. Вообще маловероятно. А я уже 6 хедов дал, ребят, в этой катке или нет? По-моему, дал уже. Уже 11 киллов и... Я думаю, 6 хедов уже было. Или не было. Там же челлендж-то на 6 хедов, да, вроде был? Так, и с Берилом главное топ-5 занять. Окей. Нет, там именно со снайперки хеды нужны были. ЦРК не засчитывает. Блин, зря, возможно, я делаю эту херню. Потому что сейчас зона пойдет уже. Серьезно, решил попекаться против М24? Земля Мозамбиком тебе, брат. Еще здесь стрелялись где-то. В кафешке. Были давным-давно файты. Когда ехал в эту сторону. Слушай, мне надо ехать через мост, через картошку, но там что-то движуха какая-то нездоровая на самом деле. Там лишь бы в бутер сейчас какой-нибудь не угодить. Надо как-то аккуратнее что ли сыграть. Через воду может переплыть вообще. Там дальше тачка в принципе нахрен не нужна. По крайней мере, надо не торопиться, а как-то зачекать, короче, все.
чтобы мост никто не закрывал. На картошке-то явно сидят, я видел там тачку даже. Вот и выстрелы там тоже. Ну, походу, это в картошке, а вот... За мостом вроде никого. Пока пускают, наверное, ехать надо. Там тоже М24 к 100. В картошке. У меня третий шлем. В принципе. Или... Нет, слушайте, гранаты что-то... Или другая М24. Походу другая. Да походу другая, братья. Угу. Понял. Понял, принял. Фига он там настреливает? Просто лупит и лупит, а? Бам-бам, убили друг друга. М24 с М24, что ли, стрелялось? Походу. Третья морда какая-то едет. Ну вы лакеры, конечно, вонючие. Надо было мотак, наверное, убивать лучше. Пытаться с берила. С тачки сложно, увы. Что-то сделать. Разминулись хедами с типом. Не знаю, он видел, не видел меня. Я флангую его. Да, это жестко. Блин, там чел, по-моему, в кемпе. Друг друга, короче, шлемаки поснимали. Нет, иди нахрен. С этой помойки, походу, стрелять по мне начал чел. Блин, мне идти прям на него. Вот это прикол, да? Вот это самый прикол. Мне надо мотаку этого чела забирать и уезжать куда-то. Иначе у меня тут любая шальная пуля и все как бы. До свидули. Булс, брат, через какой VPN играешь? И какой сервер выбираешь? Скажи по-братски, хочу против тебя поиграть без стрим-снайпинга. Отвечаю, вдруг повезет. Всякая разница, Европу любую ставишь, и все, тебя на Европу будут кидать тоже. Без разницы, какой сервер, любой европейский. VPN, NordVPN у меня.
если что. Пять, кстати. Блин, что-то какая-то потная катка. Ладошки-то вспотели. Хотелось бы топчик оформить. Хорошая катка прям. Получается. Двадцать патронов просто на авике, лол. Чел даже не пострелял. Бедолага. Не, давай ты пойдешь нахрен, чел. С этой пукалкой там какой-то. Что? Показалось? Как будто чел полз, показалось, походу. Куда это было? Плюха это прилетела мне. Ты долбаная кукушка в зоне, блин, там полюбасу кто-то сидит. А прилетело мне, походу, из этой... Из-под лэп, да? Да, еще раз пикни, смельчак. Зона пойдет. Пробуем в кем ворваться. Чекай, ворвался, как батя просто. Доброго вечера. Почему нет кнопки на VIP-подписку? Так, СКСК осталось. И он в зоне. Я не в зоне. Он в зоне, я не в зоне. Вот в чем прикол. Вот в чем прикол, братики мои. Ну, чел, походу, там не вдупляет, что против него ВМ. Ну, если что, смоки у меня, в принципе, есть. На смоках могу пройти. Тридцать секунд.
Странно, что он даже не пикается. Совсем остыл парень. Как? Хау! Это же чистый хэд был просто идеальный. Вот опять хэд, в смысле? Ты там за синькой норм? Или он там не за синькой? Это прикол какой-то, я ему два хэда типа повесил уже. Реально какой-то прикол, чатик. Чё, как вам? Булсыч в роли снайпера. Not bad? Not bad, not bad. Not you. Нормально, нормально. Ух! 17 кильчиков. Тосты! Куча жестких красота. Хедов. Красота просто. Просто красота. Серега, спасибо тебе за челлендж, бро. Ребят, за это надо влепить царские лайки, я думаю, кто сейчас на стримчике есть. Эта качка достойна каждого вашего лайка. Я вот гонки смотрю, и там за одного гонщика пятый год сильно болею. Так вот здесь ощущения прям похожие. Нравится, нравится, топ. Нравится, нравится. Тебе, злой Пашка, спасибо. Спасибо огромное.